Чорні руки за Василем Сухомлинським. Місить бабуся тісто, таке біле, пишне. Юрасик говорить їй: бабусю, злепіть мені голуба. Бабусні руки почали ліпити голуба. Вже видно, як у нього являються крила та тоненькі лапки. Юрасик не може відвести очей від бабусних рук, ніби у перший раз бачить їх. Бабусині руки за Василем Сухомлинським. Місить бабуся тісто, таке біле, пишне. А Юрасик говорить їй: бабусю, злепіть мені голуба. Бабусні руки почали ліпити голуба. Вже видно, як у нього являються крила та тоненькі лапки. Юрасик не може відвести очей від бабусних рук, ніби в перший раз бачить їх. Дістає бабуся голуба з печі та ставить перед Юрасиком. Юрасик дивиться на голуба, а його їсти жаль. Питає Юрасик у бабусі: а чому у вас руки чорні? А бабуся йому відповідає: якщо б в мене були руки білі, то не було б ні голуба, ні тіста. Юрасик дивиться на голуба та й говорить: бабусю, дайте мені лопату. Навіщо? – питає бабуся. Я піду землю копати. Навіщо зараз землю копати? Щоб в мене були теж руки чорні. Чорні руки за Василем Сухомлинським. Місить бабуся тісто, таке біле, пишне, а Юрасик говорить їй: бабусю, злепіть мені голуба. Бабусні руки почали ліпити голуба. Вже видно, як у нього з'являються крила та тоненькі лапки. Юрасик не може відвести очей з бабусних рук, ніби у перший раз їх бачить. Бабуся вже дістає голуба з печі та ставить перед Юрасиком. Юрасик дивиться на голуба, а його їсти жаль. Питає Юрасику бабусі: бабусю, а чому у вас руки чорні? Бабуся відповідає йому: якщо б в мене були руки білі, то не було б ні тіста, ні голуба. Дивиться Юрасик на голуба та й говорить: бабусю, дайте мені лопату. Навіщо? – питає бабуся. Піду землю копати. Навіщо зараз землю копати? Щоб в мене були руки теж такі чорні. Так, 18-те число. 18-те число. Вони такі вкусні. Да? Вони дуже вкусні. Так, і 19-те число. О, бля. З Днем Святого Николая. Так, хто-то собі тут уже зробив, да, закладку. І ще 12-го числа. Оп. И вот такие носочки. Ну, а самое главное, что это у нас вот такое. Я покрасился. Покрасился, товарищ. Все. Пока. Пока. Смайла ты сразу. Мокрым-то пальцем, да? Угу. Шикарно. Ну, ты музыкант. Улыбнись, малютка, и не надо слез,
Это только шутка, не прими всерьез. Это мордашка, моя ты солнце. С таким локоном. Все, молодец. Двадцатая. Оп. Вкусняха. Это соски, медведи. Да, давай. Беги. Сластена. Главное, зубы чистить вовремя, правильно? Он еще светится в темноте. Точно. Все, беги, 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 беги. Давай, бери ручку. Этот бурундук пришел. Ой, тут что-то еще написано. Ты видел? Это живые. Так везде написано. Так везде. Ой, а я это история видела. Целая на немецком. В каждом окошке часть истории. А я не обращала внимания. Это целая история. Обалдеть. Прикольно. Так давайте переведем. Я как раз переворачиваю. Можно же через это перевести. Прям интересно, давай. А сегодня нам попались те же самые жвачки, как и вот тут, вот в десятом. Прикольно, давай. Они очень вкусные. Да, беги. Саши квадратики, потому что он любит без изюма. Анастасики круглые. И вот товарищ уже стоит и ждет со своим шариком. Шариками. Вот. Я их сам надумала. Великолепно. 21. 22. 22. Угу. Вот такие конфетки. Конфетки. Великолепно. Так, ну, показывайте мне свои свитшоты, шапки. Mm-hmm. Шапки. Свитшот здесь вот так, а здесь вот так. Звезда моя. Молодец. Все, можно идти. А здесь у меня вот так, вот такое настроение. Хочешь, можешь ко мне в комнату зайти? 23 число. Они очень вкусные. Класс. А зять зато теперь знаешь, что будет тут. И что? Тут будет вот это. Сейчас, а вот что, это. Последнее уже, да? Да, угу. Вот это. Хорошо. Я их ее обожаю. Хорошо, пока. Пока. Давай. 24. Ух ты. Ну это вообще какой-то сюрприз с сюрпризом, да? Шикарно. Какие-то леденцы. Ты доволен? Классный календарь. Да. Что ты устал? Только ушли гости. Убираемся. Вот такой мальчик. Конфетка. Да. Так, а тут же у меня еще Буся как подставочка. Бусюша.
Ну как же, надо же еще и Буси очки одеть, мамочки. Ой, Сюзя Коська. Сюзя Коська. Буси скажи. Больше идет. Сюзя Коська. Буси больше идет. Милаха, да. Новогодний тут у нас подарок. Папа взял кошечку. А? Сашка, смотри. Да, лапка? Ну, становись рядом, что тебя ж не видно. Саш, встань с папой. Это семейство Гав. Милота, где на мордашечка? Где на мордашечка? Во рту. Так. Так. Ой, какая милая картина. Ты мышь, что ты, ты? Он счастливый. Он балдеет. Ой, ну все, все. Бусиночка уже не хочет. И ты зубы чистый, ты вмываться своим. Зятик,